была маленькой, меня преследовали видения. Каждый раз один и тот же образ не давал мне покоя. И что ты видела? Монахиню. Когда в церкви узнали о моих видениях, меня послали в монастырь в Румынии в сопровождении священника. У этого монастыря долгая история. Фалок. И довольно скверная. Что? Винитхигдео. Дальше Бога нет. Простите.